Мир вашему дому, Андрей Ильич, обнаружила около косяка входной двери снаружи воткнутую иголку. Что с этим делать? Не торопитесь выгонять иголку. В случае, если игла была поставлена вам для того, чтобы навести вам порчу, то заберите, раз вы заметили то, что вы хотите. Скажите, пусть тот, кто воткнул, отдаст мне, и дальше рисуйте крестик, представляя плюс, свое богатство, свое здоровье, свое везение и свой успех. А от меня пусть возьмет, и дальше крестите и говорите, а от меня заберет наши болезни, наши страдания и так далее. И пусть оно висит, ничего с этой иголочкой не делайте. Раз вы заметили, раз вы это... Можно еще нарисовать треугольник пальцем вокруг. Дело в том, что треугольник аннулирует влияние вот такого, можно назвать, вольта или подклада. Можно сказать, во имя Отца и Сына и Святого Духа, если вы верующий человек.